Вот так на гарантии сидят и моют стаканы из-под кваса. А потом протирают их тряпочкой. Чтобы не было заметно там капелек. Из мусорки достали их, помыли и налили следующему покупателю квас. Зато чистый. Она видит. Да не видит она. Да даже если видит. Близко подошла. Какая разница? Запомните эту женщину. Это ужас. А потом мы думаем, откуда у нас все болезни. Просто это вообще там бомжи пьют, алкаши пьют. Это просто ужас. Вообще даже не знаю, что сказать. Хоп она. Хоп, стаканчик взяла, протерла. Это просто, у меня вообще нет слов.